Казалось бы, до Нового года еще целый месяц, и думать о подарках пока рано. Но тут и без дара ясновидения понятно, что многие, как обычно, оставят этот приятный и одновременно утомительный нюанс предновогодней суеты на 30 декабря. И, скорее всего, вы, дорогие телезрители, тоже получите в подарок очередную наспех купленную безделушку, а не то, что вам на самом деле бы хотелось. Совместно с компанией Avon мы решили разорвать этот круг подарков, которые вы потом передарите, и поддержать традицию «Тайного Санты». «Тайны Санта» — это рождественская церемония анонимного обмена подарками группы людей. «Тайным Санты» называется как сама церемония, так и любой из ее участников. Идея проста. За несколько недель до праздника свернутые бумажки с написанными на них именами участников кладут в шапку. И каждый из них тянет имя человека, которому он будет дарить подарок. Подавая свое имя для участия в церемонии, участник может также указать краткий список желательных подарков, из которых может выбирать даритель. «Тайны Санта» – это идеальный ритуал для корпоративной вечеринки. Подарок для нее – это комплект украшений – серьги и серебряным напылением. Украшение, пожалуй, беспроигрышный вариант. На роль идеального подарка подруге, маме или сестре подойдет комплект из сережек и кулона с серебряным напылением от Avon. Идеальный подарок для него – шапка из снуд «Честер» от Avon. Многие представители сильного пола относятся к шапкам так же скептически, как и в детстве, но это напрасно. В такую погоду головной убор еще никому не мешал. Да, это не самый простой аксессуар, но если подойти к выбору с умом, то носить его можно будет даже с костюмом и пальто. И не быть при этом похожим на старшеклассника. А подобранный к шапке снуд точно гарантирует вам, мужчины, попадание в тренд. Еще один желанный подарок для нее – электрическая щетка для очищения лица плюс очищающий гель Энью. Очередь подарков для бьюти-гиков. Итак, электрическая щетка для очищения лица. За счет вибрации прибор очищает и бережно отшелушивает кожу. Закругленные силиконовые щетинки ее не травмируют. А еще ей можно умываться утром и вечером. Пользоваться щеткой крайне просто. Достаточно нанести очищающий гель Энью от Avon на кожу, включить гаджет и минуту массировать лицо. Еще один подарок для него – более традиционный набор для бритья от Avon. Бритье – ежедневный ритуал, объединяющий всех мужчин. Сам Александр Македонский был страстным поклонником бритья и, захватив полмира, привил эту привычку миллионам людей. В общем, принадлежности для бритья и правда вещь крайне необходимая. Но если уж дарить набор для бритья, то только такой. Набор от Avon включает в себя три предмета – триммер, расческу и небольшую бритву. Праздничный досуг помимо «Тайного Санты» и традиционного просмотра «Иронии судьбы» можно при помощи игр. Для них вам не понадобится ничего, кроме пары друзей и небольшого реквизита. Игра «Тарантинки» стала популярной после фильма «Бесславные ублюдки», в которой участники лепили себе на лоб бумажки с именами известных личностей. После того, как герои загаданы, игроки задают вопросы о своем персонаже, на которые можно отвечать только «да» или «нет». Если игрок промахнулся с вопросом и получил «нет», ход переходит к следующему участнику. Игру можно обозначить тематикой. В нашем случае это, конечно же, мода и красота. Новогодние праздники совсем скоро, но предвкушение желанных подарков должно создавать у вас, несомненно, отличное настроение.